Мы сегодня подписываем Михаила, нашего воспитанника нашей академии. Мы делаем курс на то, чтобы воспитанники наши росли в основной команде, и Михаил этому соответствует. Он проделал большую работу. Особенно видно его прогресс стал в последнем году, когда он заиграл в основной команде с лета этого года. И мы отмечаем его прогресс, но надеемся на то, что на этом не остановится, а будет расти дальше как игрок. И основные его победы и свершения впереди. Мы желаем ему всего лучшего, всем нам успехов и удачи, и замечательное событие. Буду стараться принести пользу команде, выкладываться на все 100% на поле. Очень счастлив, что в родном клубе удалось подписать контракт.